Приветствую вас на канале Покоритель Бездорожья. Представляю Shotty Denside от разработчика John Hot Rod. Хотя, честно говоря, коротышкой не выглядит однозначно. Но перевод Shotty – коротышка. Данная модель выполнена на базе нашего стандартного Ford F750 80-х годов. Давайте переместимся в тюнинг, посмотрим, что нам John Hot Rod предлагает. Ну, у него, как всегда, широкий выбор. Видите, есть сумасшедший движочек. Посмотрим, как у нас меняется расход и мощность. Кстати, на 550 лошадях уже Эско плюс, на 760 остаются также. Ну давайте поставим вот 760. Коробки передач у него, видите, там варьируются 4, 6, 10 скоростные. Ну вот стоит здесь специальный, пусть и остается. Подвеска опять широчайший выбор разнообразных лифтованных, заниженные подвески, завышенные подвески, специальные подвески. Ну, оставим какую-то из них. Каждую нужно пробовать, каждый сможет подобрать под себя. Размерность колес от 34 до 45. Ну и вот поставим. Вот этот протектор мне всегда у John Hot Rod нравится. Так он выглядит как раз для глубокой грязи. Вполне. Лебедочки. Выбор присутствует. Каждый для себя выберет. Дифференциал присутствует. Шноркель в наличии. Переходим дальше в улучшение. Ну и набрасываем каждый на свой взгляд, что он захочет себе поставить. Интерьер, пожалуйста, выбор базовый. Тут нужно иметь в виду, что у него и интерьер меняется внутри, в салоне. Но для того, чтобы заметить эти изменения, нужно все-таки установить один салон. Но здесь, видите, вот в одном из вариантов есть детали для ремонта, топливный бак мы ставим. А так вот видно внешне. Ставишь, вот сиденья меняются, внешний вид. Давайте перейдем дальше. Накидаем разнообразных. Ну, во-первых, дополнительная система охлаждения стоит у нас в кузове. Решеточки 77-78 годов. Тоже каждый на свой вкус. Но вот я поставлю, пожалуй, прямоугольные. Что у нас здесь? Ну, здесь опять вот внешние детали, молдинги. Все это устанавливаем для внешнего эффекта. Смотрим, что мы здесь можем накидать. Вот детали для ремонта можем поставить. Еще вариант. Причем они суммируются. Так, продолжим. Купить, смотрим. Ну да, с большим багажником, с таким, видите, сколько разных вещей можно и личных в том числе туда положить. Собираетесь куда-то ехать далеко с семьей, сюда забросили, в кузов забросили. Так, смотрим бампер. Ну, пожалуй, добавим. Здесь поставим. Добавим элементы разнообразные внешние. Подножки. Так, ну,
Смотрим, здесь начинаем набрасывать. И они на... Нет, выбирает только что-то одно. Ну, посмотрим. Это просто колесо. В зависимости от того, с каким оно согласуется по внешнему виду. Пожалуй, первый вариант оставлю. Диски. Широчайший опять выбор. Сейчас что-нибудь соответствующее. Хотя, конечно, мы еще покраску не выбрали. Но давайте поставим. Ну и переходим в покраску. Есть варианты, видите, свежеокрашенных, только с завода. Есть варианты уже обветренных, поцарапанных. Тех автомобилей, которые прошли проверку временем, которые, собственно говоря, на них и наложила отпечаток. Ну вот, хочется мне все-таки что-то поставить свежее. Будем считать, что после реставрации только покрасили автомобильчик. Ну и переместимся за стены, посмотрим, как он выглядит. Ну, привычно, потому что все-таки это Ford. Единственное, что вот у нас прямоугольные фары. А так все как обычно. Давайте сядем в салон. Да, комбинация приборов здесь тоже привычная, как раз 80-х годов. Вот выбранный нами вариант внутри салона, обивочки и так далее. Наше колесо в багажничке, в кузове лежит. Зеркала рабочие. Проверим звуковой сигнал. Приятный, приятный, многотональный. Заведем движочек. Но это уже привычные звуки двигателя, собственно. Джон Hot Rod, он, как правило, все свои двигатели сохраняет для новых моделей, иногда что-то добавляет новое. В частности, там был новый двигатель, да, но мы поставили апробированный уже. Ну, смотрится наш Ford 750 как модернизированный. Колеса, видите, какие у него большие. Ну и давайте прокатимся, посмотрим. Ну, я уверен, что, как всегда, доступны все прицепы, потому что пикап мощный. Да, все грузовые прицепы нам доступны. Так что всегда можем положиться на наш пикапчик. Сможет подтянуть в нужный момент быстренько какой-то прицеп, чтобы не гонять грузовики впустую. Набирает, как всегда, скорость. Кстати, еще, а давайте проверим. Сейчас у нас подвеска. Подвеска у нас в единственном положении, максимально в верхнем. Ну, то есть оно не изменяется. Можно выбрать с изменяемыми вариантами уровня подвески. Лавирует между бревнышек. Так, ну-ка давай, как тебе этот валун? Ну, давайте здесь помельче валун
Да, через него перескакивает без проблем. Ну вот такой вариант очередного пикапчика от John John Hot Rod. Привычный, собственно, нам. На базе, как я говорил, Ford F-750. Вполне сильный, быстро перемещающийся, с определенным набором ремонтных деталей и топлива, может вполне стать нужной технической поддержкой. Вы были на канале Покоритель Бездорожья. Я Алексей. До новых встреч!